there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, просто не проснуться. Очередная проклиматизация. Да, это... Ну, не самый удачный вид из окна. Город я вам покажу попозже. Друзья, доброе оульское утро уже с улицы. Я сейчас проводила Тимофея на автобус. Мы выпили быстро кофе. У нас кофе и чай включен в отеле всегда. Но я буду нормально есть уже после работы. Сейчас я иду в отель и буду работать. На улице нормально для кроссовок, но я стратегически взяла свои шипы. Поэтому, скорее всего, я буду гонять в них. Что я вам хотела показать? Кирпарила. Короче, это секонд-хенд большой. Ну, я не знаю, я не была в нем ни разу. Но мы сюда с вами пойдем. Он сейчас закрыт еще. Ну и, собственно, мне надо идти работать. Но мы там с вами скоро окажемся. У меня на Улу планы в виде секонд-хендов. А еще сегодня же первый день недели влогов. Вы рады? Напишите в комментариях. Не переживайте, я вам еще покажу симпатичный финский Оулу, но попозже. Итак, сейчас 9:35 утра. У меня через 25 минут начнутся
консультации, надо немножко себя в порядок привести. А у меня будет сегодня только две сессии. Я специально не нагружала эту неделю, потому что зачем я тогда поехала в эту дорогущую поездку, потому что билеты стоили сумасшедших денег, ребят. Мой билет обошелся в 60 тысяч рублей просто из Швейцарии приехать в Финляндию. Поэтому на самом деле я приехала сюда ради друзей наших. Тимофей сейчас уехал в университет. В целом это рабочая поездка. Мы в Оулу уже второй раз по работе. Здесь у нас живут друзья. Миша с Ксюшей, с которыми мы летами летали на Корсику. Они к нам приезжали в Давос. В общем, я надеюсь, что у нас получится провести много времени, но пока все в работе. А еще здесь сейчас находится бывший начальник Тимофея, Евгений. И, короче, тут прям такая тусе. Вот. Сейчас будет две сессии с 10 до 12. И потом я ухожу в свободное плавание. У меня есть планов постирать одежду, в которой мы здесь были. Затем мне надо найти еще отель на 2 дня. Потому что мы здесь живем до пятницы, но еще ночь, пятницу, субботу на воскресенье. Я не очень хочу здесь оставаться, потому что мне тут не очень нравится. Хотя сутки стоили около 10 тысяч рублей. Дорого, еще и завтрак не включен. Но мы один раз сходим туда, возможно. Поэтому мне надо найти отель, постирать одежду. Что-то даже какой-то намек на просветление, солнышко. Потом мы с вами пойдем, скорее всего, на шопинг. Но я планирую очень стратегически пойти. Мне здесь нравится все, я хочу купить все, и вы увидите это в следующих влогах. Но никаких импульсивных покупок. Поэтому сегодня я постараюсь только смотреть и фотографировать, что мне нравится. Пару дней на раздумья. А потом только мы приобретаем покупку. Такие дела. Мы здесь, получается, до воскресенья. В воскресенье мы улетаем, сегодня вторник. И мы еще одну ночь будем оставаться в Цюрихе, потому что у Тимофея дела по работе в Цюрихе. Но у меня в понедельник выходной, поэтому я не против. Погуляем по Цюриху, оттуда тоже, получается, будет влог. Так как это первый влог из недели влогов, наверное, такой будет самый насыщенный, потому что вы уже увидели ставку, как мы летели. Сегодня первый день, первое впечатление. Дальше будет, возможно, не так весело, но посмотрим. Конечно же, у меня с собой беговая форма. У меня с собой ноутбук и куча планов, но я очень хочу провести эту неделю в расслабленном режиме, потому что, когда мы вернемся в Давос, у нас будет месяц до следующей поездки. Вы о ней узнаете попозже. И этот месяц, скорее всего, будет интенсивный на работу и на спорт. Потому что потом у меня вообще какой-то хаос начнется в жизни с точки зрения передвижения, поездок, дел, проектов и прочего. Поэтому это такая у нас неделька, как будто бы про отдых. Все, я сейчас иду себя приводить в порядок. Вернусь к вам в 12 часов через 2 консультации. Все. Пока. Ладно, давайте. У меня 15 минут до сессии. Рум-тур. Мы вошли. И здесь вот такой вот коридорчик с отвратительным потолком. Ненавижу такое. Сразу рабочая зона, на самом деле. В этом плане здесь все шикарно. Большой стол, есть розетки, лампа, 2 рабочих стула. Здесь я сейчас буду принимать своих клиентов. А здесь у нас шкаф. Дальше идем. Так вот, как бы коридорчик. Всем привет. Что это такое? Мусорное ведро. Очень удобно, что есть большое зеркало, на самом деле. Здесь такая как бы мини-кухонька, холодос, кофе-машина, чтобы, короче, варить, типа фильтра. Чайник, ну, в этом плане все тоже неплохо. Холодильник нормальный, у нас что-то хранится. Здесь, получается, ванна, автоматический свет включается. Вот your step. Да, здесь такая вот ступенька. Тут ничего особенного. Душ, туалет, бардак. Потом здесь наши рюкзаки. Телек. Я не знаю, зачем сейчас это надо, потому что мы мерзли, но потом увеличили тепло и согрелись. Просто как в Японии примерно. Они стояли раздельно, мы их соединили. Кроватка, вид на скверик. Летом это, конечно же, все выглядит приятнее, но это вы уже видели. Вот так вот. И 17 каналов. Около 10 тысяч стоит номер. Я считаю, что это издевательство. Не, в целом, для функционирования, приехать, поработать, делать какие-то дела, здесь можно остановиться, но
Я поищу нам на 2 дня что-нибудь другое. Все, вот такой вот рум-турчик. Мы как пойдем на завтрак, я вам завтрак покажу обязательно. Прям похожу, он небольшой, он стоит 12 или 13 евро. И такой типичный финский завтрак. У нас, кстати, здесь в отеле в чем плюс? У нас включен там как бы есть такой барчик снизу. И там кофе вот этот их стандартный в термосах, молоко растительное обычно есть. Чаи разные, это все можно в любое время приходить пить сколько угодно. Поэтому в этом плане плюс. Я кофе пью много. Ну, это удобно. Там также есть такая как кафешечка со столами, с розетками. Можно посидеть поработать. Мы туда тоже с вами обязательно сходим. Вот. Вчера накупили всякого. Это я еще с собой гель привезла для какой-нибудь длительной беговой тренировки. Вот. Но у нас тут ничего особенного. Сыр, кетчуп, там веганская какая-то штука. Мой альпропротеиновый йогурт. Вот. Но, ребят, продукты тут моя любовь. Мы, конечно, с вами сходим на продуктовый шопинг обязательно. Все, я пошла работать. Я уже приняла своих 2 клиенток, уже сходила в душ. Я голодная. Потому что сегодня у меня был съеден только сникерс один, выпитая полчашки кофе. Поэтому сейчас я пойду найду себе какую-нибудь еду. Я не очень хочу фастфуд, но, похоже, я сейчас ни на что более не найду сил на поиски. Поэтому, наверное, сходим, съедим. Блин, не хочется. Веганский бургер. Потом вернусь, выпью кофе здесь, куплю себе какую-нибудь сладкую штучку. И, наверное, пойдем с вами в тот самый секонд-хенд, который я вам чуть ранее утром показала. Ну, в общем, увидите дальше, что дальше будет происходить. Что вы думаете, где я дома? В отеле. Я прошлась по фудкорту, я поняла, что я хочу расстегнуть пуговицу. Ох, уж эти отеки. Я не хочу ничего там, ни воги, ни бургер веганский, вообще ничего не хочу веганского. Я зашла в шикарнейший, господи, супермаркет на нижнем этаже в, я не знаю, то ли он Сокос, то ли он Валкея называется, короче, торговый центр главный в Олу, и я туда приду на экскурсию, я, возможно, даже сниму отдельное видео, обзор по этому магазину. Я сама обожаю смотреть такие видео, если честно. Мне просто фуд-шоппинг – это мой любимый вид шоппинга. И я решила просто купить там поесть, покушать и пойти уже на все, на что собиралась. У меня протек салат. Я купила салат. Здесь просто капуста, морковка, смесь такая из вот этого всего дела. Вот такой вот. Я его навряд ли за раз съем. Стоит он евро 52. Потом я купила немножечко себе мармеладок. Традиционно. Буквально на 60 центов. Ну, короче, на пол евро. Там немножко. Я буду изучать, какие мне больше всего нравятся, и потом куплю их много. Я купила киндер-сюрприз. Давайте вместе скроем. Блин, я люблю киндер-сюрпризы. Я люблю, во-первых, шоколад из киндеров. Но я не уверена, что это будет вкусный шоколад, потому что это не киндеровский шоколад. Но я честно скажу, я купила из игрушки. Смотрим. Конечно, такой, как бы, резиновый. Но это Мумин. Мумин! И он очень милый. Он вполне себе мумитрольный, а не как, знаете, оно бывает. So cute. И что, мне теперь эти яйца покупать, что ли? Да. Затем я купила свое любимейшее печенье. Я, кстати, не знаю, это... Да, оно финское, Соми. Я думаю, финское или шведское. Очень вкусное печенье. Я даже с вами вскрою. Это целая коробка. Оно очень поштучно продается. Но я купила, потому что я все не съем сейчас. Я заберу с собой. Оно божественное. Оно с черникой и белым шоколадом. Типа овсяное. О, боже, ребята, это бомба. Я готова только им питаться.
Но так, не на сейчас. Потом я еще купила какое-то финское печенье, такое с варенькой внутри. И я просто не смогла пройти мимо печенье гейши. Вы пробовали когда-нибудь? Я нет. Боже, мне кажется, с кофе... Мы пойдем с вами это пробовать с кофе. Но сейчас я поем вот этот салат. Затем я купила одну калитку. Я очень люблю калитки. Потом я купила какой-то треугольничек, ну, типа вместо хлеба. Еще я купила себе рыбу. Она уже готовая, горячая, запеченная. Пахнет очень вкусно. Вот таких вот два кусочка. Я постараюсь их съесть все сразу, чтобы у нас не пахло рыбой, потому что Тимофей не любит все это. Он у меня довольно строгий вегетарианец. Вот, а я ем иногда рыбу. Ну, типа в Швейцарии я ни разу в жизни не ела рыбу. Я иногда ее ем, когда я в России, мама очень вкусно готовит. Я два раза ела сейчас в Италии рыбу в ресторане. И все, я больше не ем рыбу. Ну, знаете, не знаю, может, раз, если так распределить, раз в два месяца, раз в три месяца я могу ее поесть. А потом, раз уж я в Финляндии, я не хочу ничего сейчас веганского. То я поем рыбу. У нас здесь есть столовые приборы, поэтому я сейчас вкусно себе все наложу. Поем. Пойдем с вами вниз, попьем кофе, который у нас от отеля. Пойдем вершить дела. Все. Господи, как же я вкусно поела, вы не представляете. Сейчас иду пить кофе и искать нам отель на два дня. Более скандинавско не бывает, мне кажется. Ладно, пойдем делать дело. Знаете, наверное, финский кофе — это мой любимый кофе. Вот этот именно, который кахви, кофе на финском. Обычный черный кофе из таких термосов. Ну, не знаю, мне кажется, это как фильтр какой-нибудь по вкусу. Хотя, да простят меня мастера, я не особо разбираюсь. Но очень вкусно. Апдейт по печенькам. Печеньки гейша очень вкусные. Это я, мой идеальный мармелад, компьютер, полный живот, еды и кофе. Пошлите гулять. Я беру шопер, и, по-моему, это плохой знак. Ничего покупать не будем сегодня. Ребят, я вошла очень хаотично, но это просто рай для моей психики и успокоения. Сейчас я вам покажу. Я решила вернуться в самое начало, потому что я как-то очень хаотично начала. Здесь просто можно найти все: одежда, книги, посуда, то, что люди сами связали. О боже, какая красивая штучка. Смотрите. Здесь не очень любят, чтобы их снимали, поэтому я вам как-то аккуратно все покажу, когда будет поменьше людей. Просто очень-очень много вот таких вот рядов. Где-то здесь я видела, висел Канкин, но, возможно, его уже забрали. Сейчас мы его поищем. Вот, смотрите, рюкзак Канкин. Он, конечно, супер поюзанный, но он стоит 8 евро. Новый 100. Блин. Мне понравилась вот такая вот рубашка. Ну, она явно мужская. Стоит 5,90. Ой, ребята, здесь очень-очень много всего, просто очень. Посмотрите на эти размеры. Я не знаю, здесь просто целый день можно провести. Давайте просто договоримся, что я буду показывать вам то, что мне нравится, потому что все показать невозможно. Я не знаю, куплю ли я что-нибудь сегодня здесь. Ой, какой-то классный свитер вижу. Навряд ли, я ничего не куплю. Мне понравилась вот такая вот мисочка, но она с тарелкой, стоит 4,95 для секонда, или подождите, нет, миска 4,95, а тарелка еще 2,50. Ну, для секонда, я считаю, дорого, но симпатично. Вот вам очередной Канкин, но этот уже стоит 20 евро, но он тоже люто поюзанный, но
чуть-чуть поменьше, чем предыдущий, поюзанный. Вот такая вот симпатичная рубашка. Стоит она 6,90. Просто такая длинная, оверсайзная, тоже симпатичная. Конечно же, не без Маримека. Платье Маримека за 20 евро. Ну, кстати говоря, оно в неплохом состоянии. Симпатичная кофта Маримека, но я не могу на ней найти ценник. Но это мой размер, и это Маримека. Чтобы вы понимали, я просто один ряд только прошла. Их тут штук 20. Я не знаю. Здесь реально нужен целый день, чтобы прям походить и кайфануть со всего этого. Ой, ладно, давайте я вам покажу, вам просто попозже подключусь, потому что тут очень-очень много всего. Смотрите, какие чудесные вязаные носки, всего за 5-25 евро. Ой, они прелестные. Прелестные. Классные. Может быть, мне такие нужны. Что это такое? Какая-то красивая салфетка. Вот вам Маримека за 15 евро. Симпатичная. Но мне не нужна. Хотя раньше я бы душу за такую просто отдала. Блин, а вот кружку я такую хочу. Я фанат кружек стала. Очень много их покупаю сейчас. Какой милый стенд. Смотрите, связанным с чем-то. С кружками, блин, вот эту кружку я, наверное, потом возьму себе. Но сначала дойду до конца. Какой милый свитер. Цена 13 евро. Чудесный. Ребят, вот это я беру прямо сейчас. Цвет немножко не передается. Это очень классная, немножко оверсайз, безумно мягкая. Я не знаю, что это за фирма, там нет фирмы. Желтая рубашка за 2 евро. Все, я ее беру. Здесь вот такой вот свитер, по-моему, это... Ничего не написано. Да, это H&M, судя по этикетке, 3,5 евро. Он плотный и такой типа кроп-топ. Это та рубашка, которую я себе беру. Блин, не знаю. Это тут, оказывается, еще можно купить кофе, посидеть. Чудеса. Судя по всему, на втором этаже мебель. О, да. И мы сейчас с вами туда ради интереса зайдем. Вау, господи, я хочу жить в Финляндии. Блин, у нас не хватает таких вот мест на самом деле. Очень-очень красивое все. Кусок меня и отхваченной рубашки. Чужое поменьше народу, можно поснимать. Здесь... Действительно, какая-то прям антикварная история. Блин, с другой стороны, 190 евро. Что такое 190 евро? Зато какой комод. Мой рабочий стол мог бы быть таким. Сколько стоит? 200 евро. Такой вот винтаж. Красота. Я нашла стоимость Маримека кофты. 9 евро, если округлить. Не знаю, может быть, взять. Господи, 9 евро, 1000 рублей Маримека. Ну, такая новая стоит, не знаю, наверное, 70-80, может, все 100. Абсолютно точно понимаю, что этот влог затягивается, поэтому... я не знаю. Это всего лишь первый секонд-хенд, который я посетила. Их много тут, если что. Тут есть еще разные куски ткани продаются, что на самом деле тоже довольно выгодно. 2,5 евро, но тут довольно много. А, это еще со строчкой какой-то. Короче, да, с тканями тут можно накупить всего. Я планирую себе швейную машинку купить, блин, друзья, я не знаю, желтая, красивая, такая плотненькая, с цветочками. Естественно, если я выберу сейчас каких-нибудь благовоний, благовония стоят... Вот столько вот, меньше 1 евро. Смотрите на эту прелесть за 5 евро. Ребята, мне такие места вообще нельзя. Я думаю, что я не буду показывать, что я купила, и сниму потом отдельное видео с двух покупок в Финляндии. Пока что я почему-то не надела свои шипы, и местами гололед.
Я вышла, я хочу пройтись туда вот к храму, проверить, на месте ли парк, если мне не изменяет память. Вот там вот хочу себе найти место для пробежек. Сегодня не уверена, что побегу, так как я немножко в своем цикле, и у меня побаливает живот, но посмотрим. И если мы будем двигаться такими темпами, то мои ноги будут по часу. Это всего лишь первый день. Что я однозначно понимаю, что просто первый день, он самый такой интенсивный, потому что он первый. Много впечатлений. Следующие влоги, наверное, будут поменьше, покороче как-то в своих размерах. Так. Запуталась немножко. Захотела подойти к этому симпатичному зданию. И чутку отнабрела. Я планирую посетить еще какие-нибудь секонд-хенды. Мне Ксюша, которая здесь живет, порекомендовала еще Красный Крест и еще какой-то. Но уже не сегодня. Ставлю это на другие влоги. Напишите, интересно ли вам посмотреть, что я купила. Вот, буду ждать ваши реакции в комментариях. Вообще, что вы думаете по поводу секондов? Носите ли вы одежду оттуда? Окей вам или не окей? Расскажите, мне очень интересно, как моя аудитория относится к таким вещам. Да, тут я поняла, что я немножко про другое место думала. Нет, пошлите обратно. Вот такой вот Олу примерно, его центр. Что-то такое уютненькое, миленькое. А это парикмахерская. Ну, какая прелесть. Это, похоже, я случайно набрела на какой-то еще один вязальный магазин. Действительно был магазин пряжи, довольно такой люксовый, я бы сказала. Блин, на самом деле, я не знаю, почему я... Может быть, это и не было здесь этих магазинов во времена, когда я активно вязала, когда мы в прошлый раз приезжали, потому что я уже два просто мимо проходила, в этот зашла, еще в один зайдем. Крутая пряжа, но дорогая. Жалко, что я сейчас не особо-то вяжу. А вот это очень забавно. Я когда-то учила финский, но, по-моему, это объявление о вязальной тусовке некой. В общем, да, какой-то мимо просто проходила, но это люксовый секонд-хенд. Однозначно. Если бы весь Оулу состоял из таких вот домиков, было бы гораздо симпатичнее. Смотрите, какие интересные домики. Я скорее забрела в какой-то уже чуть-чуть спальный район. Я просто сейчас в поисках парка. Честно говоря, продрогала, пока гуляла. Я уже пришла, постирала нашу одежду. Сейчас точно для горла перешить. Пойду выпью свою капу в кофе. И немножко почитаю. Сейчас уже 4 часа дня. А кто там, Дань? Дядя. Кто там? Не, а он, видишь, он хочет на улице посидеть, Данюш. Он стынет так. Ему жарко. А кто там? Ты знаешь, как его зовут? Котик. Котик. А это Яша или Сеня? Яша. Это Яша, Данюш. Сине-серый. Все, поняла, это хорошая ассоциация. Данюш, скажи, Яша. Да, подружка шлет видео из дома. У меня после кофе уже в ход пошел чай. У нас уже темнеет. Пар изо рта. Сколько все время-то? Честно говоря, уже 6 часов, Тимофей пришел домой. Мы какие-то чуть-чуть приболевшие. И поэтому я пошла купить нам джинджер-шотов. Какой-нибудь еды. Будем просто отдыхать вечером, лежать. Вот. Я на сегодня завершаю активность. Купила еды вкусной. Вы видели кадр. Джинджер-шот гигантский. Попробовать. Купила 3 геля спортивных. Ну, что-то я не знаю. Попробовали я в Швейцарии. Пойду я закину всем, чем можно. Шипучка и витамина С.
горячим чаем, аспирином. И буду просто отдыхать. Ну а завтра новый день, новый влог, друзья. Вот так вот. Пока.